Мне ничего не говорили бы. Чьи данные? Он мои данные уже сказал, когда я... Он такой, что твои данные назвал? Когда они данные попросили, он мои сказал. Он или она? Это она же, Лена. Или она. Вот, смотри, вот, давай, она. Вот, пошла. Сюда повернись, не спи, в Украине. Вот так держи. Ля! Да, блин, вот так стой. Вот так стой на меня посмотри. Лёжа, на голове ещё что-то было, за надпись. Не, ещё там он надел. Топ, ещё есть сверху? Ещё сверху надел что-нибудь. Видно, как всё чётко одевается. У него это мужское одеждение туда? Собак? Какое? Вообще не одевается? Вот, смотри. Может, коля одевается? Очень. Мамед... А там вот так ходит, что ли? Нет, прям вот хлеб Оксана, так не да? оставляет. Там знаешь, что он вот так ходит? Да. Мамед коля. Да. А Витя знает его? Да. Он научился стоять за это. Ах, тебе уже другое что-то начал рассказывать. А ну вот свои данные назови правильные. Насирова Оксана очень нужна. Вот этот живи, жадный живи, это хвостик.